на подростка» – це наша постійна рубрика «Смачний ранок», який сьогодні завітав в гості до Олександра Чхайло. Доброго ранку! Доброго ранку! Я зазначу, що сьогодні ми будемо готувати з повером-аматором, який дуже гарно вміє готувати на його домашній кухні, що ще більше покращує нашу таку затишну ранкову атмосферу. Це буде легенький салатик з отварним куриним філе, апельсином, лимонним соком, помідорчик, солений арахіс і заправлений оливковим маслом з бальзамічним уксусом. Отож, зараз занотовуйте всі наші інгредієнти, наш рецепт і готуйте. Я буду така ваша помічниця сьогодні, буду вам допомагати, ну, давайте, навчайте і показуйте. Я спеціально вже розділив куріне філе на дві частини. Беремо куріне філе, як вам удобно. Можете слайсом, можете кубиком. Ну, мені більше подобається, коли ось так от ми наискось будемо нарізати, щоб потім красиво виложити. Теперь мы можем с вами заняться отбором филе апельсина. Я почищу апельсин. Чи можно что-то выключить або взаимозаменить? Конечно, можно. Можно арахис заменить на тыквенную семечку. Куриное филе можно заменить на обжаренную телятину. В зависимости от того настроения, с каким настроением человек просыпается. Сегодня у меня было такое настроение, поэтому мы сегодня готовим именно такой салат. Угу. Вот. Теперь смотрите, вот мы его взяли, вот, и оно теперь видно, где оно распределяться будет филе. Разрезаем его с обратной стороны, видите, оно уже раскрывается. К сожалению, вы не слышите аромат, обычно все так повара говорят, но... Але вы можете приготовить... Приготовить дома, да, и... Для вашей любимого человека проснется с хорошим настроением, скушает хорошее вкусное блюдо, даст вам хорошие напутствующие слова, и у вас день пройдет хорошо. Помидор мы тоже поделим с вами пополам. Обычно всегда многие разрезают помидор и сердцевинку вырезают вот так вот. Я всегда советую взять сверху и вот так вот простым движением убрать центр, нам не нужный. И потом можно вильно нарезать. И потом вильно можно нарезать и так. Угу. Так, мы робимо сегодня все на пару. Так. Делаем вот такими вот дольками эстетическими, чтобы он не стекал. У нас є лимон, він вже пойде в соус. Але він не простий у вас лимон. Да. Взагалі інгредієнти такі доволі непрості. У нас непростий, так. Да. В гості приїхала моя сестра з Кіпра. Вона от улітає сьогодні, але вона привезла лимони мені, арахіс з Кіпра, там от маслини, все, що необхідне для кухні, ветки розмарина. Все, що, в принципі, всі люблять професіональні повара на своїй кухні. Я займусь салатним міксом. Давайте я вам покажу примерно. Ніколи його не чистила. Покажу вам примерно одну. Просто придавлюємо так от пальцями і відбираємо оттуда внутрішність. Я поки місь виложу подушку із салатного мікса. Салатний мікс фрізе. За скільки коханий має прокинутися вранці для того, щоб приготувати цей салат, поки кохана не прокинеться? Скажу вам чесно, якщо є отварне куріне філе вже заготовлене, то за 5 хвилин. О, тобто багато часу це не займе. Лимон я просто разрежу пополам. Хочу показать текстуру лимона, она даже не такая вот, как відрізняється, да. Если можете глянуть текстуру лимона, они отличаются. Она какая-то больше такая плотнейшая, да, такая? Плотнее, да, и вот у него как-то вот соцветия вот внутренние более такие сочные. Совсем немного лимона выдавливаем сюда, потому что бальзамический уксус тоже даст свою кислоту. Добавляем оливковое масло. Можно импровизировать, можно добавить еще французской горчицы с зернами. Это по желанию, на усмотрение. Такой перчинки хочете туда. И немножко ложечку меда. Тогда это будет вообще как бы пикантный вкус, но мы готовим классический вариант. Ну, я думаю, что арахису достаточно уже будет, так, на одну порцию, тишечки откладываем. Что самое интересное, этот салат никогда не стечет, он может даже, если для гостей его приготовить, потому что мы его не солим, достаточно кислой заправки, которая и так имеет свой насыщенный вкус. Можете сбрызнуть ложечкой по салату фрезе, можете сбрызнуть немножко как бы по тарелочке. И предлагаю теперь на салатную эту подушку выкладывать наш основной салат. Мяско, филе? Я предлагаю, да, филе выкладывать по центру. Что вы хотели положить? Помидоры? Апельсин. И томаты у нас теперь, так? Да, вот так вот томаты. І я ще посерединки. Так, ну і ще сюди можна трошки, так? Ну, давайте ви завершите орішками зверху насипіть, а я ще збризну наше філе апельсина і... Ну, я думаю, що краще викладати на м'ясо наші горішки. Абсолютно вірно. Так. Добавлю немножко заправки. Вже хочеться скуштувати.
Александр. Итак, наш салат готов. Готовьте для любимых, просыпайтесь пораньше, чтобы дарить друг другу настроение. С помощью Ирины у нас все получилось. Так, ну вы готуйте, экспериментуйте, балуйте своих коханих, ну а мы будем смакувати. До зустрічі в наступних випусках нашої рубрики «Смачний ранок».